Раз. Я присоединяюсь ко всем тем, кто передо мной уже поздравил Михаила Фирюлина. Вот, и хочу поздравить его своим коротким стихотворением. В альма-матер собрал всех нас Мишка. Юбиляр, двухпятерочник он. Его любим мы очень и слишком. Он не мышка в искусстве, а слон. В его сердце искра и порох, и далеких созвездий огни. Нам стихами своими он дорог. Так точны, звонко страстны они. Но и как композитор известен, среди аккордов гитарных полет. Много ярких, характерных песен, написав, сам Фирюлин поет. Призывает, любите вы женщин, всех на свете здоровых мужчин. Со своими он светел и нежен, из их дум унося 100 кручин. Так пиши же и пой, друг мой, дальше, и умом, и счастливой душой. Пусть не будет ни в творчестве фальши, ни в судьбе славной, доброй, большой. Миша, с юбилеем тебя! На самом деле, это такой человек, с которым, по-моему, вот все, я думаю, сидящие в этом зале, и те, кого сейчас нет, но кто знает Михаила, скажут то же самое, что это человек, с которым невозможно не дружить, которого невозможно не любить. Вот настолько он открытый душой и сердцем, и талантлив. Художник и поэт. Моросит мохнатый дождик, за моим окном чуть свет. Нарисуй меня, художник, опиши меня, поэт. Не за тем, чтобы прославить слезы солнечные те, что я лью, чтобы их оставить на странице и холсте. Слух морочит осторожно, а в глазах стекла туман. Не начертит их чертежник, не пропишет графоман. Чувств нахлынул ворох сложных первый раз за много лет. Нарисуй ты нас, художник, опиши ты нас, поэт, чтобы мы в сердцах остались, не была душа пуста, чтоб смотрелись мы, читались со страницы и холста. Много светлых и тревожных, их полет высок и чист, их не выкроет сапожник, не опишет журналист. Для творца нет невозможных чувств, погод, иных примет. Нарисует все художник и опишет все поэт. Миша, с юбилеем! Ура! Спасибо! Теперь стихотворение, которое я посвящаю любимым женщинам Михаила Фирюлина. Старается. Одно, естественно. Нет, ну так, слава Богу. Многим женщинам очень нравится, когда им говоришь «красавица», когда им обиваешь пороги, это тоже нравится многим, и для этого все стараются. Губы красят и наряжаются, одевают фигуры в корсеты, пальцы в кольца, руки в браслеты, шеи в цепи, а ноги в туфли, на диетах сидят, чтоб не пухли, практикуют румяна, массажи, мать порой не узнает даже. Перед зеркалом долго маются, одеваются, раздеваются, растираются, умываются, надушиться лучше стараются. Это нравится многим женщинам, среди таких же других замеченным. И тогда они не удивляются, когда им говоришь «красавица». Мы, мужчины, оценим всегда результаты большого труда.